Живопись, графика, батик, академический рисунок. В холле культурно-спортивного досугового центра «Ершовская» можно увидеть картины, выполненные в разных техниках. На отчетной выставке «Многоликая палитра». У нас ежегодно проводится отчетная выставка. И именно эта выставка и представляет все работы, труды за целый год. В этой выставке также представлены работы детей, которые участвовали во всевозможных фестивалях и конкурсах. И они были призерами и лауреатами. Обычно Анна работает с детьми от 6 лет. Однако среди ее учеников есть и взрослые. Всего на экспозиции представлено более 100 картин. Также к открытию выставки ребята подготовили творческие номера. «Многоликая палитра» проходит уже в 7-й раз, и в этом году в ней приняли участие 62 ученика арт-студии. Увидеть картины в КДЦ «Ершовская» можно в течение месяца. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».